ходе избирательной кампании правящая Одессой партия Геннадия Труханова, доверяя делам, рассказывала о неустанной работе для родного города. На деле происходила масштабная распродажа земли. У одесситов отбирали их общую собственность. Главное антидостижение команды Геннадия Труханова – массовая высотная застройка. Вопреки всем законодательным нормам и протестам горожан, в таком деле свой закон диктует бизнес. Напомним о самых крупных и скандальных стройках. В Аркадии на месте ресторана «Жемчужина» компания с тем же названием намерена построить 4 высотки. Разрешение город выдал на строительство комплекса административных зданий и вспомогательных сооружений общественного назначения для развития инфраструктуры отдыха. Мэрия делает вид, будто никакого отношения к проекту не имеет. Рядом на месте водно спортивной базы «Динамо» компании «Варда Плюс» разрешили строить яхт-клуб, но будет он почему-то 10-этажным. Несмотря на запрет суда проводить работы, до окончательного решения они продолжаются. Участок на месте детского садика по проспекту Глушко отдали компании «Мода». Тут строят высотный жилой комплекс. Местные жители обращались в мэрию с требованием построить детский сад. И никакой реакции. Такой же огромный жилой комплекс под видом гостиницы будет стоять в районе парка Шевченко на Литерсовском бульваре. Для его возведения снесли теннисные корты. Новое здание закроют окна в соседних домах, а машины, которых и так на этой улице полным-полно, некуда будет ставить. Жители пикетировали стройплощадку, а представители партии «Национальный корпус» даже снесли забор. Дело по иску жильцов рассматривает суд. На территории бывшего санатория «Антарктика» в районе дачи Ковалевского строятся так называемые апартаменты. Как и в других местах на побережье, где строить жилые дома по законодательству нельзя. На деле помещения продают как квартиры. На участке под бывшей межрейсовой базой моряков компании «Будова» позволили строить 6 зданий высотой от 17 до 24 этажей и парк их на 800 машин. Парк придется вырубить, а после сдачи комплекса в районе Аркадии образуется еще одна автомобильная пробка. Дело по отмене решения сессии городского совета также рассматривается в суде. На Гагаринском плато настроили столько, что доехать туда сложно уже сейчас. Жители протестуют, а строительство продолжается. Мэрия обещала школу и поликлинику, которые тут должны быть по первоначальному плану, но места для них уже не осталось. Перед вторым туром выборов у одесситов остается время подумать, кого они хотят видеть на посту городского головы.